Здравствуйте всем! Перед вами лилия променад, или еще ее название можно встретить Калифорния. Эти лилии относятся к разряду лагибридов. Высота стебля от 100 до 130 сантиметров. Стебель мощный. Ухода особого за лилиями не требуется. Распускается сначала розовый цветок, а затем эта лилия хамелеон приобретает коралловый или сиреневый оттенок. В диаметре цветок лилии от 15 до 20 сантиметров. Внутри чаши редкие-редкие вкрапления. К сожалению, в этом году лилии очень быстро отцветают из-за такой жары. В уходе уход за лилией минимальный. Полив, удобрение. На одном месте эти цветы растут 3 года. А дальше луковицу лилий, лагибрида и азиатки надо пересаживать, потому что эти цветы очень быстро разрастаются. Если хотите, чтобы меньше доставали хлопот, рассаживайте как можно реже. Это такие у меня растут лагибриды и азиатки. Будем ждать дальше цветения азиаток, махровых азиаток и от гибридов этих ароматных цветов. А сейчас до встречи. Всего вам самого хорошего, самого лучшего.